Ваш выход из контакта – вход для непрошенных гостей. Даже после того, как вы разлогинились, страница остается в контакте со взломщиком. Хитроумный пароль уже не помеха, подбирать его не придется. Лазейку обнаружил программист с никнеймом «Проходил мимо». По его словам, он увидел уязвимость части, связанной с мобильными приложениями. Через протокол авторизации OUT вы вводите пароль, даете доступ к данным. Злоумышленники воспользуются файлами cookies, которые позволяют не вводить логин и пароль при каждом посещении. По мнению программиста, так разработчик приложения получает полный доступ к информации о пользователе. Проходил мимо, обратился в техподдержку ВКонтакта. Ему ответили, что это не баг, а фича. Но, возможно, что-то изменится в будущем. В переводе с айтишного жаргона это означает, это не ошибка, а просто особенность. Ну, а простым пользователям, правда, от такого ответа совсем не легче.